Касательно мадридских принципов, позиция Армении в этом вопросе до сегодняшнего дня официально не была заявлена, и мы видим причину этого процесса в том, что Армения не хочет или же старается избежать мирного решения данного конфликта, армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Армянская сторона должна четко осознать, что на сегодняшний день обновленные мадридские принципы, которые предложены сопредседателями всем трем сторонам, базируются именно на тех принципах и тех предложениях, которые были сформулированы руководителями стран, которые входят в Минскую группу. То есть это позиция трех ведущих мировых держав. Азербайджан, естественно, рассмотрев и проведя детальный анализ данных предложений, данных принципов, выразил свою позицию. То есть за некоторыми исключениями мы их принимаем. И это дает возможность принципиально в мирной форме и в короткие сроки решить Нагорно-Карабахский конфликт, то есть приступить к очередной фазе решения конфликта, приступить к разработке более детального и конкретного плана действий. К сожалению, Армения этого еще не сделала, и это видится как попытка Армении избежать мирного разрешения данного конфликта или же затянуть разрешение данного конфликта.